Всем привет! Хочу сегодня показать вам, как заводится Porsche Cayenne бензин 3.2 после простоя с ночи, с вечера до утра следующего дня. Температура 28, сейчас чуть потеплело, 24. Посмотрел, соседи некоторые свои машины бензиновые прикуривают. Посмотрим, как получится это сделать у меня. Ну, пробуем. Ну, в принципе, все. Так, вчера парковался немножко на слежавшийся снег, поэтому включил пониженную, ему чуть поднял. Сейчас вот это все на панели высвечивается. И вот, пока машина греется, покажу, расскажу про палочку-выручалочку, которая у меня уже третью зиму. Это старт джампер CarCam. Выручает. Купил я ее, потому что когда у меня был дизельный Touareg, после работы Вибаста не всегда хватало аккумулятора, чтобы завести автомобиль. Вот. Купил такую штуку, что-то в районе 5000 стоило. CarCam Jump Starter ZY20. Пусковой ток 300 ампер, пиковый 600 на 3 секунды. Вот. Заявленная рабочая температура якобы минус 40, плюс 60. Емкость аккумулятора 20 800 мАч. Вот. Ну, при минусе, естественно, я никогда его не оставлял. Я так понимаю, там то ли литий-ионные, то ли никель-кадмиевые батареи, аккумуляторы. И вот. Но 2-3 запуска до 3 литров двигателя эта штучка позволяла выполнить без подзарядки. Далее часа 3, наверное, заряжается от 220 в домашних условиях. Сейчас погреем немножко с минимумом вентилятора печки, включу на лобовое, и минут через 10 вам покажу, насколько у меня нагрелся автомобиль. Вот. Не знаю почему, но прогревочных оборотов по минимуму, да, сразу уходит на холостой. Может быть, потому что по максимуму начинает задействован генератор, и часть нагрузки он забирает себе, и поэтому оборот снижается, не знаю. Ладно, ждем. Так, ну прошло 10 минут после запуска. Вентилятор печки я не убавлял. Стекло оттаивать пока не начало. Вышел, почистил снаружи его сам. Вот. В принципе, на ощупь уже градусов 40, наверное, идет теплый воздух. Сказал бы, что машина нагревается быстро. Наверное, не быстрее, чем мой дизель с Вибаста. Но, тем не менее, уверенный запуск зимой, без всяких приблуд. Здесь вышел, завел, погрел, поехал. Это дорогого стоит. Ну вот была небольшая поездка длиной 2,4 километра. Двигатель уже нагрелся до 90. Масло в двигателе начало потихоньку подниматься. В салоне уже комфортно. То есть, в принципе, автомобиль нагревается быстро.